Всем привет! Мы находимся на одной из территорий завода ЗИЛ, что находится в Москве. Ну и как видите, это что от него осталось. Сейчас пытаемся вдоль набережной пройти и дойти вот до того здания. Вот оно вроде еще уцелело. Возможно, что потом попробуем попасть вот в это здание. Но не знаю, получится или нет. И попробуем вон в то попасть. Вот. Ну, насколько вообще у нас все это получится, пока не знаю. Потому что вот там вот стоит будка охраны. О, не знаю, есть там охрана или нет. Ну, в общем, короче, работаем. Тут вот по пути попалась зданица одноэтажная. Ой. Вот запчасти тут валяются, прокладки выпускных труб, утеплители какие-то. Ой, ну здесь вообще полнейший срач. Просто я вам даже так поверхностно покажу, что к чему. Ага. Ну и все. Это пока одно уцелевшее здание нашли. Все остальное нахрен разрушили. О, тормозные шланги. Вот шланг высокого давления. Патрубок. Еще патрубок какой-то. В принципе, скажу вам так. Идешь, и под ногами какие-то сплошные запчасти. Ну, их, конечно, трудно назвать запчастями, но вот сами видите. Какие-то сальники, трубочки. Угу. Сейчас вот. Короче, двигаемся. На самом деле пройти-то тут проблематично. Так. Камера висит. Там тоже камера. Да, и вот так обойдем. Нам совершенно не нужно палево. Дорогие подписчики, вы не представляете себе, камера была выключена, но я сейчас провалился вот в эту дырку, вот в это отверстие. Она была закрыта. Вот этой ногой. То есть я даже не видел, я просто наступаю и ухожу. Это хорошо меня Игорек оттуда вытащил. Что там глубина какая? По колено и глубже, наверное. Сейчас, подожди. Сейчас. Слушай, она вон закрыта была чем-то. Это, походу, я продавил ее. Да. А там она еще дальше идет. Короче, теперь видите, у меня как ноги. Одна мокрая, вторая более-менее сухая. Везде вот такие вот опоры стоят, железные. На них, походу, столбы, что ли, стояли, еще что-то. А это, мне кажется, слив был. Мы находимся посередине какого-то цеха. Потому что вот его реально, видите, разобрали. На кирпичике. И наша задача теперь продолжать двигаться вперед и постараться не утонуть. Понял? Короче, опасность заключается в следующем, что под этой всей хренью есть вероятность того, что ты просто вот так берешь и уходишь. Ёк-макарёк. Интересно, а если бы ты один был? Это было бы тебе еще веселее. А вот представь, это у меня нога провалилась, а провалился бы я весь. И чё тогда? И кто меня вытащил? Вот почему на такие места, ну, нужно ходить вдвоем хотя бы. Короче, я иду, у меня это хлюпает. Ну теперь ты можешь левой ногой там выступать в луже и передвигаться. В луже и в фекалии теперь даже могу, да? Ну, в принципе, короче, есть что, помоете. Ага. Аккуратно. Теперь наш путь лежит через вот такие вот буераки. Пока нет. Пока
пока вроде все хорошо, я могу сам двигаться. Это, конечно, трэш. Я вот здесь аккуратненько. Да. Тут, походу, аккуратненько не получается. Тут на английском моя. Да, не ко мне. Мне кажется, если в открытом мы сдохнем. А, это даже не английский. Здрасте. Короче, это какая-то там Ну, как видите, металл тут не до конца поразбирали. Еще есть. О, валяется, пожалуйста, прикрученная к полу. Смотри, вон какие железки торчат. Вон, видишь? Просто железяка. Пятерка точно. Его тоже, смотри. Тут, походу, что-то было. Видишь? Его вырвали. Засыпали, что ли. Ну что, продолжаем двигаться. Что нас там ждет, не знаю. Но там, господа, там полно еще разрушенных зданий. Видите, мы просто идем. О, тут, кстати, дорога. Кстати, слышь, будешь выходить. Я, главное, даже не увидел вот эту вот там заметку. Поэтому я говорю, аккуратнее смотри под ноги. И сейчас будешь выходить на дорогу потихонечку влево-вправо. Посматривай, высовывайся. Окей? Так, как пойдем? Прямо могу. Давай вот так вот. Угу. Где-то будка, говоришь, заброшенная. Там слева она заброшена, или это не будка, вот справа будка. Ага. Там вроде пусто. Давай, иди, я за тобой. Как за горку спрячешься, это высунь одну голову, чтобы за будкой наблюдать. Слушай, к этому цеху-то мы можем подойти. Смотри. Цех какая. О, ничего себе. Нормальненькая. Бочка 200-литровая. Мы можем подойти к цеху. Да. Так вот и туда. Угу. Что-то я там просто побаиваюсь что-то идти. Ну. Угу. О, подвал. О, ничего себе. Там нормальное расстояние. Ничего себе. Слушай, я так понял, он затопленный, что ли? Да. Игорях, аккуратней. Твою же мать! И чё, и какая глубина тут? Слушай, а смотри, все в масле. Вообще все. Однако. Ну это масло с водой воняет. Короче, ее тут пробовали засыпать. Слушай, да, какой-то
Вон даже, видишь, уровень воды видно, сколько было. Угу. Она прям грязная. Не то чтобы там просто остатки, она прям... Слушай, вот тут на самом деле опасно идти. Да? Подожди, давай я самолетик проверю. Кстати, у меня стой есть. Так, подожди, вот как раз, если что, и как я тебя потом вытаскивать буду? Так, подожди, я в семью не зарабатываю деньги, а ты зарабатываешь. Так, давай тогда обойдем все это дело. Я понял тебя. Ну, такой, я тебе скажу, небезопасный способ ты нашел. Вот прям башка с этим кустовом своим жгли. Че жгли? Он сжигали бочки с нефтью, по-моему. Блин, ну нам надо, короче, туда как-то пройти. Слушай, а что если вот здесь вот, я тут смотрю, тут теоретически пройти можно, вон на ту плиту, если прыгнуть. Ну, прыгать тоже, как бы, не советую. Да? Вы можете руку подать? Подождите, чуть в сторонку. Опа, приземлился. Нет, это остатки. А вон вытекает. Ну что-то нагрелось и течет. Да. Виды, конечно, отсюда. Жесть какие. Не иди здесь, потому что это... Да, я понял. Только не прыгай, да? Да я и боюсь же прыгать, ты же знаешь, не с моим весом. Помочь? Не, пока не надо. Ну, облокотишься на меня. Не, ну я думаю, что она еще увидит и еще отпесочит. Вы что, придурки, где лазите? Потому что я не съездил и не переоделся. А ведь и никто не предполагал. Это было спонтанно, потому что она сказала, поехали на кораблике покатаемся. И вот результат. Покатались. Блин. Фу. Все белые. Ну, предполагаю, нам туда. Ну, конечно, может рискнуть, попробовать высмотреть, что там. Да, надо тихо-тихо выйти. Тихо выйти. И посмотреть, что у нас слева, что у нас справа. Также смотри на столбы и на камеры. Давай спустим. Прямо? А ты что не прячешься? Я слушаю, я Ёха-макарёк. Загнал отца. Работает? Вот это просто стоит один КамАЗ напротив этого всего. Ну, КамАЗ работает, мы, значит, туда не пойдем. Обходим? Да.
А от УАЗика. От УАЗика? Да. О, если кому надо, приходите, она здесь лежит. Посмотри, это от этих, бать. А. От баклажек, ну, кулеры. А. Охренеть можно.